Всем привет! Мир, труд, май! Впереди длинные выходные. С чего начать, расскажу прямо сейчас. Какую программу подготовили в Самаре на ближайшие пару дней, разберемся вместе. 2 мая на сцене драматического театра легкая комедия «Ladies Night». В центре внимания сталевары, потерявшие работу, но не отчаявшиеся, а напротив, воодушевленные. Герои решили переквалифицироваться в стриптизеров. Спектакль пользуется успехом у самарской публики уже не первый год. Заглянуть не только в театральное закулисье, но и прорваться в бомбоубежище, что под театром. Немногие учреждения культуры могут похвастаться таким тайником. А театр оперы и балета может себе позволить. Сразу после зрителей проведут на крышу, где откроется невообразимый вид на историческую часть города. Гости смогут выйти на главную сцену, посмотреть и даже потрогать декорации. Театральные легенды поведают никто иной, как призрак оперы. Культурный квест пройдет 1, 2 и 3 мая. Отправиться в путешествие во времени предлагают 2 мая. Зачем на окнах делали наличники? Как резной павлин превратился в жар-птицу? Почему купец Челышев строил кирпичные доходные дома, а сам предпочитал жить в деревянном? Эти и многие другие секреты старой купеческой Самары раскроют на Комсомольской 45. В эту пятницу самарцев зовут на просмотр художественного фильма «Двое на дороге». Кинопоказ пройдет в Самарской областной библиотеке. Фильм был номинирован на премию «Оскар» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств за лучший сценарий, а также на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и оригинальную музыку. В главных ролях Одри Хепберн. Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами. Джаз-домашник решили организовать на Ленина 14А сегодня, в Международный день джаза. Самарцы услышат соул, блюз, фанк и популярные эстрадные мелодии в джазовой обработке. А также смогут посетить выставку книжно-нотных изданий в джаз-деталях от банджо до джаз-бенда. На этом все. Отличного вам настроения. Всего доброго. До встречи.